Фиксированный нож Скандинав от студии Ковчег. Ножик сравнительно небольшой, с клинком всего на 125 мм. Сталь в данном случае используется D2, что, учитывая размеры клинка, а также высокие спуски, даст ему хороший и продолжительный рез. Рукоять выполнена из черной полированной микарты. В середке стоит декоративный авторский пин. Ножик имеет темлячное отверстие для установки вязки либо темляка и бочкообразную рукоять, что добавляет удобство хвата, так как прекрасно заполняет руку. Ножик поставляется с кожаными черными ножнами, с свободным подвесом для удобства ношения.